Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Хотим представлять вам выставку оружия, которое было захвачено у боевиков во время наступления Силы Тигра на юго-восток провинции Дараа и Суэйд. Противник был хорошо укреплен. А местность сама по себе очень сложна, была проходима. Противника было оборонительное сооружение, которое было нелегко разрушить нашей авиацией и артиллерией. Боевики имели современное оружие и связь, танки, артиллерия, установки ТАУ, установки КАД, минировали дороги, по которым шли, использовали средств воздушных разведки, использовали беспилотники, которые можно кидать бомбы и гранаты. Помимо сложных местностей, сильным тиграм пришлось штурмовать большие поселки и города, как Бусрал-Хариф, Аль-Мсефру, Аль-Храк, Аль-Крак, Сейда, Аль-Джизи и Аль-Найм.
Все эти результаты были достигнуты благодаря взаимодействию вооруженных сил Сирийская Арабская Республика и Российская Федерация, а также благодаря руководствам двух дружеских стран, президенту Сирии Башару Аль-Асаду и президенту России Владимиру Путину. الله يبارك فيك يا سيدي، احترامي. الله يحميك يا سيدي.